Док-6! Это Кинг-5! Столкновение с противником в пункте Бейкер! Чтобы захватить город, нужна танковая и пехотная поддержка! Док-6! Это Кинг-5! Как слышите, прием! Док-6! Ответьте! Док-6! Док-6! Это Кинг-5! Повторяю! Нужна танковая и пехотная поддержка! Иначе мы не сможем занять город, черт! Заставьте минометы заткнуться! Подкрепление! Вас прислали сюда? Ну, за дело! Бегут, сукины дети! Не прекращать огонь! Всем привет! Я продолжаю проходить кампанию Нормандия 44. Пользовательская модификация. Миссия под номером 2. Вернон. Остатки немецких частей, оборонявших пляж, закрепились в городе Вернон. Давайте посмотрим, что у нас. Ух ты. Мы одни, так. Ой, я даже не знаю, не видел никогда все эти оружия, на самом деле. Так. Броунинг. Так. Даже не знаю, что и брать. Давайте с этим. Люблю почему-то именно с этим. Кольтик. Ну все, ну пойдемте. Какие у нас задачи? Зачистить Вернон, заминировать зенитные орудия. Заминировать. Так, давайте попробуем. Сейчас вам покажу одну хорошую позицию. Можно убить двух человек сразу. Зачистить эти здания! В бой! Встаем вот так и... Вперед! Осторожно! Углядываем из-за угла, убиваем. Рассыпаться! Осторожно. Так, здесь очень сложно нам будет. Гранаты в окна! Мы их аккуратненько. Чистить ферму! Дэвис, стреляй по бочкам, сгорюшки! Стреляй по бочкам! Аритоме! Зачистить дом! Где вот тут бочки с горючим нашли? Мне Дэвис, зачистить второй этаж! Вообще... Что не окно, так они в этом окне будут здесь, соответственно. Тут чисто! Ну что ж, добрую половину мы уже уничтожили. Давайте молодцы, сохранимся. Парни! Идем дальше! Там на дороге должно быть зенитное орудие! Дружочек, ты что у нас не сдох? На втором этаже все чисто! Этот дом очищен! К следующему! О!
Замечательно. Это я их. МК-2. Что понадобится? Огонь! Осторожно! Ганцы в церковном дворе! Мы должны очистить эту церковь! Я слышу эти крики. Прекрасно. Еще одно движение, кстати, я вам сейчас продемонстрирую. Очень удобное. Ай. Вот так. Да. Ах, как они меня заколебали, если честно. За каждым углом. Уничтожили, видите, спрятались. Действительно, ужасные. Ах ты! Вот про тебя я не знал. Так они что, за мной? Ладно, здесь с этими минометами мы ничего сделать не сможем. Так, у нас задача заминировать ушки, поэтому я сейчас этим займусь. Хорошо, мне повезло. Здорово, фрицы. Не ожидали меня здесь увидеть. Идем дальше! Одинокий. Пашек. Откуда мне там настреляли? Он не мог. Ладно, это хупы здесь все могут. Дэвис! Заложи взрывчатку под пушку! Понял, сэр. Бегом, бегом, сейчас рванет! Зачистить? Зачищать это. Дело такое, знаете ли. Сейчас в каком-нибудь там сарайчике последний будет.
Граната нам, кстати, поможет. Бочка. Где же они, интересно? Сомнительное, конечно, удовольствие. Ищем, ищем. Вроде бы как все зачистило. Может, я в том городе нахожусь? Нет, в том. Башню я еще не смотрел. Здесь могут быть плохие люди. Уже зря я сюда попёрся. Подняться вверх. Нет. Чего у нас тут нету? Да как так-то? С этими лестницами здесь, конечно, туго. Это наш. Они за мной идут. Ах ты, говнюк. Из-за тебя столько времени просрал. Еще не все, ребята. Займите позиции по периметру и приготовьтесь к контратаке. Пошли! Нет. Снайпер! Все в укрытие, быстро! Я ж только что там был. На крыше! Какую снайперскую винтовку? Вы чё?
ё-моё. Где? Ай-яй-яй, я бегу. Попадете. Да идите вы нафиг, пожалуйста. Господи, так и норовят. Хорошо засел, гадина. Никак не могу его найти. Еще почему-то у меня подлагивает с этой снайперской винтовочкой. Не приблизить ничего нельзя. Я воюю против призраков. Я не понимаю, где враг. Давайте сейчас попробуем. Чуть-чуть увеличить дальность. Ой, ну так нечестно. Как туда залез? Вот эти. Именно там я тебя и не ожидал. Проверьте башню. Граната. Мне это в этом поможет. Раз проверить, значит кого-то убить нужно. Логично же ведь. Ювелирно. Немецкий грузовик едет оттуда! Стрелять по грузовику! Ну, все!
сейчас здесь будет жарко, парни. Держать позицию до прибытия подкрепления. Это приказ. Когда нужно вот невероятные вещи делать. Это nicht entkommen! Ein Überfall! Гранатометчик очень везучий. Опять он вовремя. Он вовремя постоянно убегает. Мне это не нравится. Вот. Базука. Граната! Лос! Вражеский броневик! Подкрепление! Наши подходят с восточной стороны! Не стреляйте по ним! Дэвис, найдите подходящее оружие и уничтожьте танк! Уничтожить самоходку! Свои! Опять пули куда-то исчезают. Все. Хотя бы эту штуку мы уничтожили. Теперь-то мы отбили атаку. Очень даже успешно. Контратаку. Вот она, лежит ваша контратака. Наши молодцы тут. Это было жестко. Отлично, ребята. Мы здорово их потрепали. А как вы мне нервы-то потрепали? Это да. Ох, миссия завершена успешно. Просто столько убить людей, тут нужно еще постараться.